Григорий Першин, участник Великой Отечественной войны, служил в танковых войсках, награжден орденом Победы первой степени, орденом Красного Знамени. Это мой прадедушка Григорий Яковлевич Першин и прабабушка Мария Сергеевна Уланова. Они оба участвовали в Великой Отечественной войне. Григорий Яковлевич Першин служил в танковых войсках. В 1943 году в боях на Малой Земле он получил серьезное ранение, контузию и был комиссован. Целых 2 года после этого он буквально учился заново ходить. Был награжден орденом Победы первой степени и орденом Красного Знамени. Мария Уланова, участница Великой Отечественной войны, была санитаркой в полевом госпитале, награждена медалями за боевые заслуги, за взятие Берлина, за победу над Германией. Мария Сергеевна была санитаркой в полевом госпитале. Вот цитата из приказа награждения гвардии. Рядовая Уланова Мария Сергеевна, находясь непрерывно на фронте с января 1943 года, с частями дивизии прошла весь ее доблестный боевой путь до окончательного разгрома германской армии. Следуя за передовой, шаг за шагом, она прошла освобождение Украины, Белоруссии, Польши и дошла до самой Германии. Была награждена медалями за боевые заслуги, за взятие Берлина, за победу над Германией и орденом Победы второй степени. Познакомились и создали семью, они уже после войны. Вместе вырастили 3 сыновей и дочь, мою бабушку. Глубокое уважение и гордость за подвиг наших близких бережно хранится в нашей семье и передается из поколения в поколение.